ЛТЕ почти не работает. Ну что, друзья мои, можете меня с почином поздравить. Мне только что на Коляне приехали в зад. Пробег 530 километров. Почему я такой довольный? Да, потому что, во-первых, приехали, знаете как, толкнули, просто уперлись. Но так получилось, что помыл, посмотрел, там пленка как такового, ну, то есть удар был такой, но ничего не испортилось, ничего не поломалось. Может быть, даже где-то там что-то там чутка прям треснуло, а может и нет. Девчонка за рулем. Ну как девчонка, такая взрослая женщина. Растерялась, не увидела, не стала бузить там что-то, еще что-то. Культурно извинилась, перепугалась. Подошел сотрудник ГИБДД, сказал: о, ой-ой-ой, беда. Понимаю, сколько стоит эта тачка. Вот. И вызвали ГИБДД, посидел минут 10, подумал. А знаете, ведь для такого человека, который едет на Mitsubishi Outlander, однозначно, если вот просто там по страховой разбираться, по тому, по сему, там никакой ОСАГО не хватит. И никакой каска. Ну, вот так вот, если просто, да, типа, давайте бампер поменяем, давайте там то посчитаем, все посчитаем. Да и под Новый год, представляете? Вижу по машине, что машина не особо в хорошем состоянии у нее. Я говорю: а как вы так? Она говорит: а я посмотрела на датчик, масло загорелось там, говорит, уровень. Я, говорит, глаза уже подняла, уже поздно было. Я говорю: понятно. Но это все в пробке. Вот я стоял вообще. Вот. И знаете, что я подумал? Я говорю: представляете, бывает как? Бывает, люди там нервы трепят, там дальше судятся, там еще что-то, еще что-то. А давайте вас просто вот отпущу, поздравлю вас с Новым годом. Она, короче, там чуть не заплакала, распереживалась, извиняться начала. И, короче, я не стал ничего оформлять. Полируем, бывает. Воздастся потом в другом месте. И, короче, поздравил ее с Новым годом. Она говорит: что можно сделать? Я говорю: у вас дети есть? Она говорит: да. Я говорю: вот купите супер крутой подарок ребенку. Она говорит: у меня дочка. Я говорю: купите самый крутой подарок ей. И все. И поехал дальше. Сейчас я выложу фотки с места ДТП с Outlander'ом этим. Знаете, ребят, если у вас есть по жизни какая-то возможность не засаживать своего близкого, ну, в том плане близкого, просто, ну, вы видите, порядочно нормальный человек перед вами стоит и попал в какую-то ситуацию, ну, такую нелегкую, в том числе финансовую, делайте скидки друг другу. Жизнь сейчас тяжелая, всем нелегко. Вот вышла бы она, начала бы она там что-то гундеть, бузить там. Оформил бы, сделал бы все по фэншую и разорвали бы сначала ее страховку, адвоката, а потом и ее. Вышла культурно, говорит: блин, ну как же так, извините, пожалуйста. Культурно, нормальный человек. И меня это сразу вот полюбило. Будьте людьми во всех ситуациях, пожалуйста. Фотку сейчас выложу в сторис. Всех обнял, с наступающим.